Министр внутренних дел Российской Федерации Владимир Александрович... Министр внутренних дел Российской Федерации Владимир Александрович Колокольцев и министр внутренних дел Республики Узбекистан Абдусалом Абдумавланович Азизов подписали соглашение между правительством Российской Федерации и правительством Республики Узбекистан о взаимном учреждении представительств компаний компетентных органов в сфере миграции. Министр внутренних дел Российской Федерации Владимир Александрович Колокольцев